Доброе утро, мы только встали, сейчас 6 утра, мы оделись и сейчас идем на недельную экскурсию. Просто я такая сонная, и я не знаю, как я буду туда идти. Сейчас нам 2 часа предстоит подниматься в гору. Все круто. Погнали. Девочка собралась. На 5 дней. Мы в автобусе. В общем, мы сейчас едем в автобусе уже где-то 1,5 часа. И меня бесил один мужик, который там постоянно разговаривал, когда я хотела спать. Я уже устала ехать, а ты? Да. Только что спала, и мне в мою 5-ю точку... Я рассветила. Появилась какая-то штука. Кстати, у меня куча пацанов спят. И девочки мои. Я люблю вас всех. Мы поднялись на гору. И смотреть на прекрасный вид. Димка прячется от меня. Когда высоко поднимаешься, нужно знать, что ты будешь долго спускаться. И... наши мальчики просто зайки. Они спускают всех. Смотрите, короче, камень. Да! Игорь. Игорь, ты меня любишь? Ненавижу спуски. Так холодно, что просто можно умереть. Карика. О! Я вот этой бомжа. Поможет нам! Небо поможет! Небо! Привет, корова. Блин, так красиво, я просто не могу. Я обожаю такие виды. Деревья. Правда, у меня аллергия на какую-то пыльцу, которая сдувает ветром. И очень холодно, у меня пальчики отмерз. В общем, мы уже прошли 14,5 километров. Сейчас мы кушаем супчик. Сашенька. Да. Мы сидим в нашей супер-деликс-комнате в палатке. Просто я сделала нам себе освещение, чтобы вы хоть что-то увидели, потому что это выглядит так. А еще она воняет. Наши бусички готовят нам ужин. Игорь, он там лежит, две половинки. Второй даже не начал. Девочки ждут ужин. Покрывалка. Там ничего не видно. Утро в палаточном городке. Доброе утро, мои хорошие. Сегодня 2-й день, и моя спина жутко болит, потому что мы спали... Это наш дом, короче. Наш дом. Мы спали вчетвером, мы просто замерзли очень сильно, потому что ночью было 4 градуса. Но сегодня тепло, и я думаю, сегодня будет классный день, так что... Нале! В общем, мы идем с Юлей, сегодня безумно жарко, так что... И очень-очень круто, я не знаю, я просто обожаю природу. Антон, что? Сделай так.
все, пописали. Пописал? Да. Я хорошо? Да. Жизнь удалась? Да, знаешь, как тепло теперь. Обожаю природу, потому что я каждые выходные ездила с родителями на природу. Спасибо, родители. Природа. Я с Коловаса. Капец, тут красиво. That's a lose is what you're really there for. Summer else feels. Now I speak into an answer phone. Like every fallen leaf on the breeze. Мишка фоткается. Потому что это водопад. If you go your way and I go mine, are we so? Верили, Маша, в одном городе? Блин, почему на видео не так красиво и на фотографиях, как в жизни? Все равно это красиво. I was aching to be somewhere near your voice was all I heard. I was shaking from a storm in me. Haunted by the specters that we had to see. Yeah, I wanted to be the melody above the noise, above the hurt. I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. And we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Молодцы, давай! Down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. I was aching to be somewhere near you. Снеговики. Я люблю палатки. Мы спим как бомжи и снеговики. В кофте серой, потом вот в этой синей. Я взяла черную еще, чтобы накрыть на лицо. Внутри я просто. Я чувствую себя толстой. Я тоже себя чувствую такой толстой, как никогда. Может, я сплю в двух кофтах, в шарфе, в палатке, в одеяле. Люблю, целую. Спокойной ночи.